Почти 2,5 миллиона рублей выделили депутаты Думы Ангарского городского округа на бесплатный проезд пенсионеров до садоводств, в котором такое право не дал ни федеральный, ни областной законы. В этом году количество пожилых льготных пассажиров выросло на 15%. Это и заставило депутатов увеличить строку расходов местного бюджета. Кроме того, на 50% возросло число школьников, пользующихся льготами в общественном транспорте. Поездки в течение учебного года обходятся их родителям всего в половину стоимости билета. На возмещение расходов транспортным предприятиям окружная дума выделила более 4 миллионов рублей.